Густаво, вы уже в четвертый раз по ходу нынешнего сезона забиваете после выхода на замену. Мало того, уже во второй раз ваши голы становятся победными для команды. Можно ли сказать, что вы обретаете новый статус джокера «Зенита»? Cara, eu tô... Acho que a gente tá sempre trabalhando, todo mundo junto. Então acredito que não é um mérito só meu, acho que é de toda a equipe. Então eu fico feliz de poder estar entrando, de poder estar ajudando da melhor forma. Então acredito que eu tô aqui para isso, para ajudar o Zenit, para a gente se manter lá na primeira colocação. Это не только моя заслуга, это заслуга всей команды. Мы делаем общее дело, и любой гол – это результат взаимодействия многих игроков. Я здесь для этого, для того, чтобы помогать команде. Счастлив, что мне это удается. Хочется делать как можно чаще. Сегодня команда пропустила дважды за 10 минут. Как вы лично считаете, почему это произошло? Hoje a equipa recebeu duas golas em 10 minutos. Como você mesmo acha, por que isso passou? Acredito muito que foi falta de concentração nossa. A gente poderia ter achado que o jogo já estava ganho, mas sabemos que é um campeonato difícil, tem outros times que são muito qualificados. Então acredito que foi muita falta de concentração nossa, mas que graças a Deus no final deu tudo certo, mas serve de lição para nós na sequência do campeonato nunca perder esse nível de concentração alto. Абсолютно уверен, что это была нехватка концентрации с нашей стороны. Прекрасно знаем, что чемпионат России сложный турнир, и здесь нужно быть в полной боеготовности, концентрации на протяжении всех 90 минут. Сегодня чуть-чуть упустили эти нити игры из рук и сразу же получили два гола. Урок для нас. Счастлив, что в итоге все равно мы смогли завершить матч победой, но, конечно, нужно обращать на такие вещи внимание и не позволять себе таких послаблений. Вы выходите на замену, после чего команда пропускает дважды. Затем удалось собраться и вам забить победный гол. Как вы считаете, за счет чего удалось перебороть себя и одолеть соперника? O que eu ajudou a equipe sobrepassar esse período mal, quando recebeu dois goles e ao final marcar o gol da vitória? O que ajudou? Acho que também temos que ressaltar que teve a falta de concentração, mas que quando a gente tomou o segundo gol, nós todos se empenhamos para poder buscar o gol da vitória, então foi um trabalho em conjunto, todos querendo sair com a vitória, sabemos que era uma vitória importante, então acho que a força do grupo mostrou hoje o que está sendo trabalhado no dia a dia. Я думаю, мы сегодня прекрасно показали то, насколько командная работа и работа вот в группе, она приносит свои плоды, потому что пропустив второй мяч, это было такое невероятное общее желание все-таки найти возможность забить третий и победить, что получилось, вот прошла эта атака, которая одна из тех, которые мы чаще всего тренируем, и помогло то, что мы собрались, поняли, что победа уходит от нас, нельзя этого допускать, нам необходимы эти три очка, очень важно было победить сегодня, поэтому командная работа, и она и принесла свои плоды.